Приветствую, друзья! У нас, как обычно, новый день, ну и не совсем новый проект, потому что это заключительный этап сборки и монтажа мебели в квартиру. Два видео, из которых вы уже видели. Первое, это мы ставили кухню с белым фасадом под потолок, вы его можете посмотреть здесь, для тех, кто не видел. Второе, мы уже ставили шкаф с раздвижной системой Slim, тоже, кто не видел, можете посмотреть здесь. Сегодня мы собираем шкаф в детскую, это последний, и шкаф в прихожей. И на этом, скажем так, закончим полностью меблировать всю квартиру. Чертежи я вам сейчас попробую вставить для того, чтобы вы понимали, о чем я говорю. У нас будет DSP Egger Duke Corbridge, будет кроношпан Crossline Latte. Вот такой мы его, кстати, я рассказывал, что он похож очень сильно на Клифф. Кто не видел, он тоже такой под ткань, типа закос. Ну, понятное дело, что дешевле, потому что если брать Клифф лист, то там, конечно, космос цена. Все, что будет в шкафу, вообще минимальное наполнение, направляющие тандем частичного выдвижения. Петли будут как под типон 110, так и с доводчиком. Заглушечки есть, типоны есть, наклеечки есть. Из чего будет состоять, то есть чем будет скручиваться, можно увидеть все здесь. То есть будет вот такого цвета будут у нас рафиксы. Ну и все остальное по стандарту. Шкант, конфирмат, мини-фикса. Ну, то есть вы это все видите как бы тут. Ручки у нас профильные, уже порезанные в цвет. Я их сейчас распаковывать не буду. Я их покажу уже, когда мы будем это все монтировать, чтобы вы видели полную картину. На зеркале у нас сделан пескоструй. Тоже увидите все по месту. Там будет подсветка, и она очень таким интересным, забавным способом будет сделана. Тоже все это покажу по месту. Показывать саму сборку шкафа я не буду, потому что нету смысла. Мы сейчас его быстренько подготовим. Это все отвозим на объект. И, скорее всего, вы уже будете видеть сам монтаж этой всей мебели. Также для тех, кто впервые на канале, не забываем подписываться, чтобы не пропускать новые интересные видео, которые выходят каждое воскресенье, хотя вы просите выпускать их раньше. Ну, увы, пока не хватает на это времени. Ну, на все ваши комментарии я, конечно же, отвечаю. Друзья, мы уже приехали к заказчику на объект. В принципе, вот шкаф, который будет стоять. Это детская комната своего рода. Вот. Тут он будет. Фасад DSP белый, короче, корпус, это все наполнение будете смотреть. Ну и шкаф в прихожей будет у нас в этом месте, будет закрывать эти щитки, короче, все вот это вот ерундовину. Вот. Ну это еще смонтируем, я, наверное, покажу вам монтаж или в таймлапсе, или просто потом в конце сделаю вам обзор установленной мебели. Но если что-то будет интересное, то, конечно же, обязательно покажу. Так, тут мы шкаф закончили уже. Я вам сейчас так вкратце покажу. Ну, вкратце, полностью покажу. Он полностью состоит из DSP. То есть, что фасад, что корпус. Фасад у нас DSP Egger белый премиум. И корпус у нас из кроношпана. Вот, есть ручки. Типа под латунь. Алюминиевые вот такие. И тут вот такое еще отделение есть. Есть три выдвижных ящика тандем частичного выдвижения. Ну и петли все Блюм с доводчиком. Вот, все работает четенько, красиво. Но так как это детская, то есть в принципе фасад из DSP в самый раз. Потому что знающие детей. Ставить крашеный МДФ нелогично. Он весь будет поцарапанный, порисованный и т.д. и т.п. А этот потом не жалко просто снять и заменить и поставить, например, МДФ фрезерованный.
Потому что тут есть такие вот вставочки, как мы на кухне делали, на стенах. То есть и логично сделать такой же фасад. Переходим далее на коридор. Закончили еще один шкафик в коридорчике. Такой он прикольненький вышел. Зеркало. Практически заподлицо с панелью. То есть там мы клеили подсветку, светодиодную ленту. Крючки Ferro Fiori. Корпус, понятное дело, из DSP. Эгер. Вот, он открывается. За счет зеркала визуально увеличивается, конечно, площадь. Ну и розетки врезали. Тут еще есть такой маленький ящичек, который открывается для всяких мелочей. Вот. Ну и основное отделение вот такое тут. Закрыты щитовые все. Установлен роутер. Петли все блюм. Ну и верх открывается на типонах. Так. Ну, будет шикарно просто. Друзья, в общем, мы закончили полностью меблировать эту всю квартиру. Сегодня на объекте присутствует заказчица, вернее, не присутствует, она уже тут проживает, и она, в принципе, может поделиться своим мнением по мебели, которую мы сделали полностью в эту квартиру. Познакомьтесь, заказчицу зовут Марина. Марина, расскажи, как вообще тебе вся мебель, которую мы поставили в твоей квартире? Очень довольна качеством, скоростью изготовления и сборкой. Ну, всю мебель ты же сама разрабатывала, все сама проектировала. И, в принципе, ты получила тот результат, который ты хотела. Да, получила тот результат. Довольно работой конструктора, подход очень профессиональный. Ну, кухня кухней, ну, у тебя же еще есть другая мебель, шкафы, например. Есть шкаф в спальню, есть шкаф в детскую, которая не детская у тебя, есть у тебя гардероб, но мы его показывать не будем, и есть у тебя ванная комната, которую, в принципе, уже люди тоже видели, я это все показывал. Ну все, и последнее, все. Это мы уже сделали прихожку. В принципе, да, мы уже закончили все. Все это у нас заняло сколько времени? Примерно 3 месяца, да? Да, полностью все, пока мы план за планом. Но это было постепенно, это был заказ, не сделан не одновременно, это было друг за дружкой. Ну, в принципе, все на этом. Задавайте свои вопросы в комментариях. С вами был я, Виктор, мой напарник Алексей, ну и заказчица Марина. Всем пока.